Яндекс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». И еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Уже программа «Климат-контроль». И у нас на прямой связи Константин Ранг, журналист, пишущий о науке. Здравствуйте, Константин, добрый день. Добрый день, добрый день. Мы вот неоднократно все время говорили о зеленой планете, и всегда вот подчеркивается, что да, вот собираются вводить новые налоги на машины, которые ездят на дизельном топливе, и все это отравляет окружающую среду. Вот электромобили, это настолько прекрасно и замечательно, и вот это наше будущее, что, в принципе, это уже кажется чем-то неоспоримым каким-то фактом. Но, тем не менее, насколько я понимаю, есть новые данные, которые позволяют взглянуть на эту ситуацию немножко с другой стороны, и эти данные несколько удивляют. Ну, добрый день. Прежде всего, хочу сказать, что ведь действительно весь сентябрь, вторая половина сентября, после выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед Европарламентом, в которой она уделила огромное внимание как раз развитию экологической экономики в Европейском Союзе. Мы должны будем идти семимильными шагами и резко сокращать количество выбросов. Вот тут с этими выбросами очень важный момент, потому что более 80% выбросов, которые углекислого газа и других парниковых газов, которые делает Европа, это выбросы, связанные с так называемой энергетикой в широком смысле. А вот треть из них, это где-то 27%, это выбросы автотранспорта. И вот тут как раз одна из идей, про которую раньше говорили с большим, так скажем, энтузиазмом, сейчас я расскажу, почему с меньшим, это то, что нам всем нужно пересаживаться на электромобили. Ну, прямо вообще вот скоро все в 30-м году выпускать двигатели внутреннего сгорания больше будем, все будем ездить на электромобиль. Так что ж, обанкротятся заправки, получается, обанкротятся, да? Что только будем от розетки питать. Но как раз хочется сказать, что несколько лет тому назад именно на волнах радио «Болтком» в студии был гость, руководитель ассоциации заправщиков. И тогда, кстати, я задавал вопрос, обанкротятся они или нет. Они не обанкротятся, они будут просто продавать теперь электричество. Какая разница, что им продавать? Ведь не случайно же говорят о том, что, например, совершенно важная доля – это покупки, которые совершаются при заправочных магазинах. Будут рядом... Вот у них стоит бензин, столярка, сейчас природный газ. Пропан-бутан, будет стоять природный газ, а потом еще и электричество подключат. Правда, это отдельная тема, как они это электричество получать будут. Опять-таки. Об этом можно говорить отдельно и очень тоже интересно. А сейчас хотелось бы поговорить про электромобили. Дело все в том, что... Давно уже говорили о том, что сам процесс производства электромобиля – это не только процесс изготовления электромотора. Самая главная проблема, чтобы сделать электромобиль – это сделать батарейку. А вот когда мы говорим о том, что нужно сделать батарейку, это тоже очень сложная вещь. Ведь батарейка на самом деле – это крайне технологически сложная штука. Даже обыкновенный аккумулятор, вот свинцово-кислотный, который стоят в машинах для запуска, это и то сейчас не просто две металлические пластины, которые опущены в раствор кислоты. Нет. Сейчас эти аккумуляторы гораздо сложнее технологически. Но литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используются, это еще гораздо более сложные
так скажем, в изготовлении. И что очень важно, нужно не забывать, что для того, чтобы сделать аккумулятор, вы должны где-то получить химически чистый литий из его соединения, вы должны получить кобальт, вы должны получить еще массу других вещей. И да. Вот все это нужно, прошу прощения, добыть, переплавить, очистить, и на каждом этапе происходят огромные выбросы, и не только парниковых газов, огромные выбросы таких химических соединений, которые являются откровенными, явными ядами. Слушайте, так получается, что электромобиль еще до того, как он вообще встал, можно сказать, на шоссе и поехал, уже нанес урон природе. Вот в том-то и дело. И о чем я хотел сказать? Что, в принципе, есть люди, которые, конечно, всей душой радеют за прогресс, но вместе с тем они считают, что мы должны оценивать все риски, вот, ну, смотреть на ситуацию открытыми глазами. Volvo, концерн, известный, всемирный бренд, что называется, в первых рядах, они открыли свое подразделение для выпуска именно электрических машин. Polestar. И вот руководитель этой компании, Томас Ингенлад, заявил о том, что необходимо четко себе отдавать отчет в том, какой вид автомобилей, насколько и на каком этапе больше наносит ущерба окружающей среде. То есть, как он сказал, дословно, нужно быть честными, даже если это нам не нравится. Ну, а поскольку у них как бы две одинаковых модели, это вот Polestar 2 и модель Volvo XC40, я в данном случае буду опираться на публикацию в, так скажем, в интернете, в британском интернет-обозрении. Очень интересная вещь. Вот. Они обнаружили, что модель Polestar 2, то есть, по сути дела, тот же самый XC40, только с электрическим мотором и с батарейками, уже в процессе изготовления, создает 24 тонны выбросов углекислого газа, ну, в пересчете на углекислый газ. А модель с двигателем внутреннего сгорания, вот это SC40, 14 тонн углекислого газа. Два раза меньше. Два раза меньше. Так вот, как раз шведские автомобилистопроизводители, автостроители и говорят, что этот дополнительный выброс CO2 как раз и связан с производством аккумуляторной батареи, необходимой для электромобиля. И дальше возникает вопрос, как же так? Вот когда они вышли из ворот завода, получается, что электрический автомобиль нанес в два раза больше уже ущерба, чем бензин. Потом они начинают ездить. И естественно, что бензиновый сжигает бензин, углеводороды, выбрасывает углекислый газ в атмосферу. А электрический, что с ним происходит? И вот тут-то начинается самое интересное. Что вот, как говорят сами шведы, что в идеальном мире, где заряжаться этот электромобиль будет только от возобновляемых источников энергии... То есть типа солнечной батареи, да, там вот что-то такое... Да-да, вот именно свои батареи. Вот он заряжаться будет от солнечных батарей, он заряжаться будет от ветрогенераторов, вот таким вот образом. То есть не от способов, ну, в принципе, может быть, даже от атомной станции. Главное, чтобы не было выбросов углекислого газа. То есть тут получается интересная вещь, что если он проедет где-то 50 тысяч километров, то вот тогда они с вот этим вот XC40 по количеству выбросов углекислого газа и сравняются. И после этого электрический автомобиль будет экологичнее, чем автомобиль бензином. Но это же идеальный мир, говорят шведы. Ну что сделать, не живем мы в идеальном мире. У нас до сих пор полным-полно станций в Европе, которые работают на угле, на газе, вот, на других, так скажем, продуктах. Поэтому... нужно считать в реальность. А реальность получается в Европе, если ездить по Европейскому Союзу, то вот этот вот
Polestar 2, электрический вариант XC40, он только после пробега в 100 тысяч километров станет по-настоящему экологически чистым автомобилем. То есть можно себе представить, что мы вообще имеем. И как раз шведы и говорят о том, что мы должны в первую очередь задуматься над тем, что вообще, откуда мы вообще берем для электроавтомобиля энергию. Принципиальный момент. То есть сами батарейки, это же, как говорится, ведь не источник энергии. Это все равно, что бак у бензиновой машины. Мы туда, чтобы ездить, должны эту энергию закачать. А вот откуда мы ее получили, эту энергию, вот это важный вопрос. Оппоненты заявляют, что неважно, электрическую энергию можно получать на крупных электростанциях, которые находятся за пределами, за чертой города. А внутри города мы ездить будем, что называется, не отравляя атмосферу. И в пробках стоять нам будет гораздо приятнее, потому что не будет вони от работающих рядом машин, чадящих машин с двигателем внутреннего сгорания. И в этом есть, конечно, свой резон. Но опять-таки специалисты говорят о том, что особо далеко в увеличении емкости батарей мы тоже не уйдем. Сейчас говорят о том, что достигнуты результаты замечательные, машина может проехать 500-600 километров в реальных условиях летом. Мы даже сейчас не говорим про зимние условия, когда, допустим, на дорогах у нас слякоть, хляби или, допустим, еще сильный мороз. Еще распутится какая-нибудь, как в России, например, бездорожье. Ну да, еще распутится, и вот эта вот каша на дорогах, я месил такую кашу и на дорогах Швеции, и Финляндии, и Норвегии. Вот. Везде она такое может быть, вот. В наших широтах. Ничего не сделаешь, причем это именно даже может быть в чем-то хуже, чем если когда более-менее нормальный мороз. Но нормальный мороз требует отопления внутри салона. Ездить в шубе как-то не очень интересно. Вот. Вот возникает вопрос о том, что нужно что-то решать. Тем более, что борцы за права человека, это без всяких шуток, говорят о том, что необходимо задуматься, а где добываются столь нужные элементы. Например, кто добывает кобальт? Практически все мировое производство кобальта сосредоточено в одной стране – Конго. И добывают его руками детей, которые роют руду и выбирают там такие конкременты. И об этом сейчас уже идет разговор, что мы должны отказаться от использования кобальта. И сейчас разрабатываются батареи, они, правда, опять дороже. Но с кобальтом лучше. Вот. Но тут получается другая вещь. Выступают и говорят, вы у этих детей хотите последний источник дохода отнять у этих семей? Тут, знаете, уже сразу возникают такие вопросы. Может быть, пусть они хоть так, но хоть что-то заработают себе на жизнь. Да, Константин, у нас просто очень долго разрывается телефон. Я вот, может быть, попрошу ответить на вопрос нашего слушателя, который прямо вот всю программу дозванивается. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Спасибо вам большое. Наконец-то слышит общество профессионала. Но я бы ему еще порекомендовал уделить вопрос теме утилизации таких автомобилей, потому что в результате утилизации сам процесс, насколько он будет недешевый с выбросами. И второй вопрос – утилизация химических элементов, которые будут составлять вот эти огромные по плотности аккумуляторные батареи. Это же тоже очень серьезная проблема будет для Земли. Спасибо. Да. Вот как раз наш слушатель снял, что называется, с языка, потому что как раз следующий вопрос заключается в том, срок службы этих батарей примерно 10 лет, ну, как этих машин, да? И дальше следующий вопрос возникает. Простите, а что делать с отработанными батарейками? У нас сейчас уже проблема с отработанными батарейками, которые мы используем в наших
смартфонах, компьютерах, то есть в нашей такой носимой легкой технике. Их и так уже много, их тоже надо перерабатывать. А выясняется, что переработка, как справедливо отметил слушатель наш, она дело дорогое, и, кстати, очень ядовитое, опять. Знаете, и законы химии и физики мы изменить не можем. Это, знаете, можно переписывать сколько угодно законы, могут юристы упражняться и переписывать их. Да? А законы физики не перепишут. Их можно попытаться как-то обойти, но каждый раз ты должен думать о том, что вот как, допустим, с этими дорогущими, хорошо бегающими, дорогими электромобилями вы делаете лучше чуть-чуть, условно говоря, на 20%, но машина ваша дорожает уже на 60%. Еще несколько процентов, она еще дороже. То есть вот в чем проблема. Каждый следующий километр технологически дороже. И вот тут... Да. Да, и просто вот я представляю, что растет ведь и количество электромобилей. Если мы говорим о том, что мы собираемся перейти на электромобили, это сразу же в разы поднимает количество этих батарей, которых сейчас, скажем, может быть, не так много, но если весь мир переходит только на электромобили, это сразу же взлетит, ну, я думаю, что в десятки раз. В том-то и дело. Проблема заключается в том, что как только что сейчас еще эти электромобили бегают. Но когда еще пройдет 5-6 лет, и уже пойдут вот эти машины, которые покупали в 2015 году, в 2016 году, пойдут эти машины, у которых аккумуляторы будут садиться, и с ними нужно будет тоже что-то делать. Сейчас придумывают разные способы использовать их в квартирах в качестве аварийных вот этих вот UPS-систем, да, вот, хранилищ энергии. Но... В принципе, это очень серьезный вопрос. И разговор о том, что технологии разовьются, все это будут делать, на самом деле, знаете, как это, нечто подобное было 45 лет назад, когда говорили, что лучше бы было бы лететь на Марс не 270 дней, а 70. И говорили горячие головы, да, технологии скоро разовьются, мы тут сделаем, полетим. Сейчас, вы знаете, есть такая одна интересная штука, что даже построить, например, космическую станцию на Луне гораздо проще с нуля, чем отбуксировать на Луну, ну, вокруг Луны, существующую международную космическую станцию. И знаете почему? Потому что у нас технологии нет для того, чтобы такую махину весом больше 100 тонн перетащить с одной орбиты на другую. То есть я про что хочу сказать, что это очень серьезная вещь. И несмотря на то, что все время идет такое бу-бу-бу в пользу электротранспорта, да, вот, что называется, из каждого утюга, но специалисты все больше и больше в Европейском Союзе, и, кстати, в Японии той же самой, она впереди нас всех, вот, говорят о том, что все-таки будущее, наверное, за водородными машинами. То есть машины, в которые закачивается не что-нибудь, а водород. Самый легкий, самый примитивный элемент в нашей с вами Вселенной. Есть какое у него достоинство? У него самая высокая энергоотдача, которая существует во Вселенной. Второе, что хорошо, когда даже если его сжигать в моторе внутреннего сгорания, то образуется в первую очередь это вода. Угу. Кислород воздуха, правда, какое-то количество будет оксидов азота все равно образовывать, потому что там высокая температура. Но есть еще лучшее решение. Существуют так называемые топливные элементы, которые, используя водород и кислород воздуха, напрямую генерируют без всяких промежутков электрический ток, который идет для, так скажем, для того, чтобы машина ехала. Самое главное достоинство, это не я, как говорится, пропагандирую, потому что нечего пока пропагандировать у нас, например. У нас, по-моему, нету водородных машин вообще. А вот в Европе говорят, что заправить водородный автомобиль можно примерно за 1,5-2, ну, 3 минуты. Это как заправить бензином обыкновенную машину или газом. Подключили, накачали, поехали. Пробег
500-600 километров, как показывают японские автомобили на плодороде. Тоже, в общем-то, очень хорошо. Тут... Что еще важно? Да, тут, Константин, пришел сразу вопрос. А можно ли заправлять, разлагая воду на кислород и водород прямо в машине? Ну, то есть, вот спрашивает слушатель. Тогда вам нужно разлагать чем-то и потратить на это энергию. То есть, какой смысл? Нет, как раз-то идея водородной технологии в чем? У вас, например, днем, ветреным, солнечным днем, избыток электричества, который вам днем, когда светит солнце, когда ветер, вам не нужно столько энергии. И эту лишнюю энергию вы тратите на специальных заводах для производства водорода. Этот водород закачивается в баллоны и себе сидит, держится. А потом, когда наступает, условно говоря, вечер, ночь, нужно электричество, уже на станциях водород идет назад, соединяется с кислородом, получается электричество. Либо этот баллон продается, и вы ставите его в свою машину. Вот в чем, как говорится, такая голубая идея. Ага. У нас просто есть еще один звонок. Я просто надеюсь, что мы еще успеем один звонок принять. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Да. А меня вот интересует другой вопрос. Вот перейдут все на электромобили. А куда девать старые? Сейчас и так много брошенных автомашин по дорогам, по дворах. Что будет с этими старыми автомобилями утилизировать как? Спасибо. Вы знаете, по счастью, старые автомобили с двигателями внутреннего сгорания утилизировать по сравнению с электрическими батареями – это просто и легко. Мотор идет в одну переплавку, он сейчас в основном алюминиевый. Железо идет в другую переплавку, гвоздей из него в конечном счете можно наделать или что-нибудь полезное еще. Так что арматуру. Так что в этом со старыми машинами проблем нет. Главное, чтобы просто действительно кто-то занимался и их вывозил. Ведь проблема-то иногда бывает не в том, что вывезти нельзя, а в том, что юридически непонятно, чья это собственность. Но они, кстати, и служат дольше, чем электромобили, уж гораздо подольше, чем 10 лет. Все мы знаем, что умельцы могут ездить и на автомобилях 50-х, 60-х годов. Ну и, кстати, одна из причин, почему многие считают, что эти автомобили будут потихонечку съезжать в Латинскую Америку и в Африку. Ну, машины с двигателем внутренних сгораний, особенно дизель. Ну, то есть, как бы резюмируя, хотелось бы сказать, что вот это исследование, которое опубликовали специалисты компании Volvo, вот, они прямо говорят о том, что мы, делая шаги вперед, двигаясь вперед, должны думать о том, что в конечном счете, куда мы придем. Нужно отдавать себе отчет, что нету на данный момент у нас прямо из кармана супертехнологии. И с водородом куча проблем. Людей беспокоит, что это газ взрывоопасный в смеси с кислородом, и что как он будет себя вести, вот, как обслуживать машину со столь специфическим питанием. Потому что водород гораздо сложнее в обслуживании, водородная система, чем, например, система с пропан-бутановым газом. Это не одно и то же. Но я хотел бы сказать, что как раз в этом и важность, что мы сейчас вступаем в период, когда могут приниматься самые неожиданные решения наверху в Евросоюзе. Эти решения будут на нас сказываться обязательно. И мы должны понимать, что особо надолго планировать свою, так скажем, жизнь, в том числе и жизнь как автовладельца, сейчас становится все сложнее и сложнее. Вот примерно такая вещь. Спасибо большое. Константин Ранг сегодня был в нашей студии. Программа «Климат-контроль». До новых встреч. До следующей пятницы. До свидания.